друзья моего канала, решили сегодня запустить воздушный шар, так сказать, своего производства. Ну вот что я сделал. Взял вот такую вот баночку, ну из-под пива, обрезал. Это сейчас я сюда налью постного масла. Вот алии налью. Поставлю бинтик такой вот в виде фитиля. И потом на эти проволочки мы оденем черный мешок мусорный. Ну вот мы все подсоединили. И сейчас мы совершаем поджог. С четырех сторон. Так, не дергайтесь. С четырех сторон мы поджигаем фитили. Так. Поджигай. Света не отвечает. Все. Так, два подожгли. Еще два три. Сейчас. Света, не дергай. Я не дергаю. Замрите. Так, идет поджог ядерного двигателя. Так, все, держим. Держим, потихоньку держим. Пускай надувается. Дуйте. Не-не, тихо-тихо. Пукайте, пукайте. Может, нужно было выше поднять? Не? Разгорится, не там. Разгорится. Я думаю, что разгорится сейчас. Масло начало капать что-то. Капать надо. Это, подожди. Утечка топлива, пошла, блин, топлива, блин. Ракетного топлива. О, вот так. Вот подлить. Не, не надо, нормально. Я думаю, хватит. Думаю, хватит до стратосферы. Дальше нам не надо. Так, тихо-тихо. А ну-ка, отпускай. Дуется, дуется. Все, Серега, бери. Все, сейчас мы будем ждать наддува, турбонаддува. Он должен взлететь сам. А меня ты не снимаешь. Группа поддержки! Ну вот группа поддержки. Так, пока держится. А ну, Серега, возьмись двумя руками. Я посмотрю, что там внутри. Давай я подержу. Давай, можно я? Так, внутри работает хорошо. Все, нормально. Он должен сейчас скоро взлететь. Если он попросится вверх, отпускай его. Вот сейчас пойдет вверх надуваться. Вот вверх только пойдет надуваться. Да, да, да. Он сам попросится, ты увидишь. Что это за пасы? Все взлетело. Лети, лети. Да, хорошо горит. Лети, 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 лети. Я думаю, может быть... Может быть... Не поднимается пока? Я просто думаю, может быть, надо было выше поднять проволочки. А я думаю, может быть, надо было поднять. Сейчас посмотрим, что будет. Давайте спиртика подольем. Тихо-тихо. Все. Без спиртника никак, Толя. Ну, пускай пока подогреется. Подожди, еще не то. Разгорается там или нет? Да, хорошо горит. Блин, конечно. Я думаю, надо было выше поднять это. Поджать проволоку. Выше. Или топливо добавить? Хорошо, хорошо. Хорошо, с четырех сторон. Нормально горит. Нет, средина нет. С четырех сторон просто фитили горят. А ну опусти, да. О, поставь вот так вот, да, пускай она стоит. А ну может я подогну? Не, не нагорится пока. То или это? Может, тяжелый кулек. А? Может быть, тяжелый кулек. Горит нормально. Горит хорошо. Тепло идет вверх.
Я думаю, может быть, из-за ветра. Да не загорится оно. Оно горит, как не загорится. А кулек, да. Да он теплый сразу. Теплый. Теплый. А лететь не хочет, да? Ладно. Держится, смотри. А держится, да? Горит, горит, горит. А взлетать не хочет. Не хватает тепла. Тяжелый. А вот смотри, вот он. О. Слушай, давай поменяем кулек. Давай поменяем кулек на мусорный пакет. Не, маленький мусорный. Сейчас давай попробуем. Итак, третья попытка. Сделали, немножко заузили горло. Заузили горлышко. Заузили горлышко немножко. И пытаемся запустить. Он уже так слушается немножко, но мало. Уже пытается взлететь. Тихо-тихо, не гони туда холодный воздух. Как это не гони? Пускай греется. Горит нормально. Горит хорошо. Только может ты сам медленно сильно, ну так, да. Ну тяжелый пакет. А проволока там? Больше всего смысла. Ребята. Ничего, ничего. Запах масла идет. Дизель горит. Знаешь, что поджарило? А карачок еще. Не махай, не махай, Серега. Я хочу, чтобы он немножко воздух там заходил. Туда заходит нормально. А ну-ка, отпусти, может. Не просится наверх. Ну полети, пожалуйста. Пожалуйста. Но мы сегодня должны запустить его. А может быть, а ну припусти его на землю немножко. Может, подсос пойдет воздуха. Ага, земли. Не-не-не, ты не коси, а то загорится. Подсос земли нужен. Раз, два, три, на шарик, лети. Это елочка, горит. Горит? Не, горит. Горит, горит, да. Там горит, все горит прекрасно. Горит, он хорошо горит. Дайте бензину, хоть пол-литра, блин, туда. Все на халяву хотят улететь. Лети, лети, лети на шарик. Не соответствует у нас вот такой вес вот такой воздушного шире. Шара. И подъемная сила. Ну никак. Что ж такое? Все пропало, не, шеф! Горит. Нет, горит. Все нормально. Все нормально. Все горит. Ну, упал резко, даже не задержал. Ага, если шоу. Это еще не пропал. Сколько лет? Толь, оно так. Еще, знаешь что, за счет того, что еще скотч, оно да. Еще стало... Конечно, больше. Утяжелили. И да, говорит, да. Того, что мы проволоку откусили. Откусили проволоку. Но не получилось. Посмотрите. Ну что, получится. Будем сейчас пробовать, конечно. Танюсенька, смотрите, какой. Будем сейчас пробовать вот этот вот. Надулся? Да, надулся. Ну что, сейчас. Вот пошел наш шарик, который... Все-таки мы... Еле-еле сделали. Пошел. Красавец. Сейчас попробую приблизить. Раз, два, три, шарик, лети. Толик, надо топливо менять. Дизель не подходит. Хорошо пошел. Да. Там уже 100 поднялся. Да не, 100 нету, наверное. По трубе по станционной, чё? Ну, 50 метров, ты уже не ври. Ну, а станционная труба, чё? Да. Вот так вот. Все-таки запустили мы один шарик из всех. Мучались и все-таки запустили. Китайцы победили. Да, китайцы рулят. А китайцы умнее нас, ребята. Не знаю, видно или не видно. Видно. Я не вижу. Толик там уже... Метров больше 100. Пошел хорошо. По станции, да, может быть. Сравнивать ты шо?
Ну, где-то в районе 100. На Донецк пошел. К нашим пошел. С лучшими пожеланиями. Все, спасибо за внимание. Запускайте с нами, запускайте лучше нас. Товарищи ребята, он с миром пошел. Да, мир понес на Донецк. От нас к вам.